Приветствую вас во второй части по вязанию дракончика, и мы приступаем к вывязыванию тела. Набираем цепочку из воздушных петелек 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. Выравниваем цепочку и замыкаем ее в круг. Провязываем 24 столбика без накида. То есть в каждую петелечку нам нужно провязать по столбику. Итак, замыкаем круг. И начинаем провязывать столбики. Итак, первый столбик. Второй столбик, третий, четвертый, пятый, 23 и 24. Провязали 24 столбика без накида по кругу. Тем самым, вот смотрите, мы замкнули круг. И теперь нам нужно провязать 144 столбика без накида. И начинаете с первого столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 143 и 144. Провязали наши столбики без накида и теперь приступаем к прибавлениям. Провязываем 3 столбика без накида, прибавление. 3 столбика без накида, прибавление. 1, 2, 3. Прибавление, 2 столбика без накида в одну петельку. 1 столбик и сюда же второй. Теперь снова 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Прибавление, 1 столбик без накида. И сюда же второй столбик. Снова один столбик, второй и третий. Прибавление. Один столбик и сюда же второй. И так чередуем до конца ряда. Три столбика прибавления. Довязали до конца ряда. В конце ряда у нас по кругу 30 столбиков без накида, провязано вместе с прибавлением. Конец и начало ряда, как вы видите, мы будем вот здесь вот, так сказать, у нас было столбики без накида первый ряд. И вот, как видите, здесь у нас немножечко одна часть выше другой. Вот это и будет у нас начало-конец ряда. Будете ориентироваться по нем. Если хотите, чтобы было более, так сказать, видно и понятно, возьмите, как мы брали для провязывания головы, ниточки кусочек, как бы отметьте маркером. Либо возьмите пластиковый маркер, если у вас есть. В общем, как хотите. Теперь мы провяжем следующие, так сказать, 3 ряда просто столбиками без накида. Если 3 умножить на 30, это 90 столбиков без накида нужно провязать. Итак, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 89 и 90. Провязали 90 столбиков без накида и снова делаем прибавление. Теперь мы будем чередовать 4 столбика без накида по столбику в каждую петелечку и прибавление делать в пятую петелечку. То есть вот мы провязали 4 столбика без накида, пятую провязываем 1 столбик и сюда же второй. Снова 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 4 столбик. И прибавление в пятый столбик. Один столбик и сюда же второй столбик. Итак, чередуем. 4 столбика, прибавочка, 4 столбика, прибавочка, 4 столбика. И так до конца ряда. Провязали до конца ряда прибавления. У нас 36 столбиков по кругу. Теперь 2 ряда нам нужно провязать. Просто в каждую петелечку по столбику. То есть 36 на 2 это 72 столбика. И начинаем. 1 столбик, 2,
третий, четвертый, пятый, шестой, 71 и 72. Провязали столбики наши, а теперь снова делаем прибавление. Чередуем 5 столбиков без накида, в шестой делаем прибавление. 1 столбик, 2, 3, 4 и 5. В шестой провязываем 1 столбик и сюда же 2. Сделали прибавление. Снова чередуем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Шестой делаем прибавление. 1 столбик и сюда же провязываем 2. Снова 1, 2, 3, 4 и 5. Шестой делаем 2 столбика без накида в одну петлю. И так до конца ряда. 5 столбиков, прибавка, 5 столбиков, прибавка. Сделали наши прибавления. У нас в конце ряда получилось 42 столбика без накида или 42 петелечки. Теперь мы 3 рядочка провяжем просто столбиками. То есть 42 на 3 это 126. Вот 126 столбиков мы начинаем провязывать. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, просто вяжем без прибавления. Седьмой, восьмой, 125 и 126. Провязали наши столбики, а теперь будем делать изгиб спины. Сейчас вяжем так. Делаем 10 подряд прибавлений. То есть первый столбик вяжем, первый, второй столбик. Во второй столбик вяжем первый, второй столбик. В третий столбик вяжем первый, второй. Четвертый вяжем первый, второй столбик. Пятый вяжем первый, второй. Шестой первый и сюда же второй столбик. Седьмой столбик вяжем два столбика. Восьмой. То есть мы делаем наши 9 прибавлений. 9 2 столбика. И 10. Сделали по прибавлению 10 столбиков. А теперь провязываем просто в каждый столбик 6 раз по столбику. То есть первый столбик провязываем, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Провязали подряд 6 столбиков и делаем 10 убавлений. То есть берем за 2 петелечки за передние стеночки. Теперь захватываем ниточку, на крючке у вас 2 петелечки. И снова захватываем ниточку, довязываем как бы столбик. Еще раз. За 2 передние стеночки берем 2 петелечки вот так вот. Захватываем ниточку, на крючке 2 петелечки. И еще раз захватываем ниточку, продеваем через 2 петелечки. Это второе сделали убавление. Снова за передние стеночки 2 петелечки. Захватываем ниточку. И еще раз захватываем ниточку. Снова это третье. Теперь четвертое делаем. Захватываем через 2, продеваем. Четвертое убавление наше. Теперь следующие 2 берем. Пятое убавление. Далее следующие 2. Шестое убавление. Далее следующие 2. Седьмое убавление делаем. Еще следующие 2. Восьмое. Далее девятое. И десятое. Можете сделать классическим способом, сделать 2 полустолбика и соединить общей вершиной. Но, честно говоря, мне вот эти тайны, еще раз повторяюсь, они очень нравятся. Не сильно видно убавление и различные, в общем, погрешности, так сказать. У нас, благодаря 10 прибавлениям, которые мы провязали в начале, наши, так сказать, вот эти вот 10 убавлений, ну, скажем так, взаимозаменились. 10 убавлений и 10 прибавлений.
Теперь довязываем в рядочке 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. То есть как бы мы сейчас благодаря этим 6 столбикам просто довязали ряд наш до конца, как вы видите. И сделали изгиб спинки. Из-за того, что мы сделали 10 прибавлений, 10 убавлений наши, так сказать, не поменяли количество петелечек в ряду провязанных столбиков. То есть их как было 42, мы провязывали предыдущие прибавления. Так и сейчас в конце наших убавлений и прибавлений, провязываний простых столбиков 6, у нас также осталось 42 петельки или 42 провязанных столбика. Сейчас мы 3 ряда провяжем по 42 столбика без накида. То есть 42 на 3 это 126. И начинаем просто в каждый столбик, в каждую петелечку провязывать по столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 125, 126. Провязали наши столбики без накида. А сейчас провязываем 26 столбиков. Продолжаем как бы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 и 26. Теперь делаем подряд 6 убавок. Смотрите, берем снова за 2 передние стеночки, 2 петелечки, захватываем ниточку. У нас на крючке 2 петельки. И снова захватываем ниточку и продеваем сквозь них двоих. Теперь снова. Это одна убавочка, снова делаем. Захватываем 2 петелечки у нас на крючке и захватываем, довязываем наш столбик. Снова получается захватываем 2 петелечки, продеваем ниточку на крючке 2 петельки и довязываем. Это третья убавочка, далее четвертая, пятая и шестая, последняя убавочка. И довязываем до конца ряда 4 столбика без накида. В каждую петелечку по столбику. 1, 2, 3 и 4. Посмотрите, у нас совпало с вот этим вот началом конец ряда. Мы провязали сейчас убавление. И у нас 36 столбиков по кругу. То есть 36 петель. 36 петелек, нам нужно один ряд так и провязать 36 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35 и последние 36. Довязали ряд до конца, а теперь провязываем 9 столбиков без накида. Как бы продолжаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Провязали 9 столбиков, а теперь делаем 6 прибавлений. Итак, первый столбик провязываем 2 столбика без накида, первое прибавление. Затем 2 столбика в следующую петлю, второе прибавление в следующую 2 столбика, третье прибавление. Следующую 2 столбика, четвертое. И следующую 2 столбика, пятое. Последнее прибавление в последнюю петелечку, 2 столбика, шестое. Сделали 6 прибавочек. Теперь снова провяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали 9 столбиков, а теперь делаем 6 убавлений. За передние стеночки 2 петелечки, захватываем ниточку, у нас на крючке 2 петелечки, и снова захватываем, сделали первое сокращение.
Теперь второе делаем убавочку, вторую, третью, четвертую, пятую и последнюю убавочку, шестую. Сделали 6 сокращений, у нас по кругу 36 столбиков без накида. А теперь провяжем таким образом. 24 столбика без накида подряд по столбику в каждую петелечку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23 и 24. А теперь сделаем 6 убавочек подряд. Делаем первую убавочку за 2 стеночки, передние петелечки берем, провязываем. Первая убавочка, затем за 2 петелечки вторая убавочка. Затем третья убавочка. Четвертая. Пятая. Будет не совсем удобно, так как здесь уже были убавления. И последнюю сделаем шестую. И теперь у нас по кругу 30 столбиков провязано, либо 30 петель. И нам нужно следующий ряд провязать так. 3 столбика без накида, затем сделаем убавление. 3 столбика, убавление. Чередуем. 1, 2, 3. Затем делаем убавление за 2 передние стеночки, как обычно. Провязываем и довязываем столбик. Теперь снова 1 столбик, 2 и 3. Провязываем убавление. 1, 2 и 3. Снова убавление. И так чередуем 3 столбика убавления до конца ряда. Довязали последнее убавление. И у нас сейчас 24 столбика или 24 петелечки по кругу. Мы их так и провяжем в каждую петелечку по столбику. 1, 2, 3. 4, 5. После того, как мы провязали 24 столбика, я вам предлагаю взять обычную булавочку и зацепить вот это начало вязания. Продеть как бы, ну, своего рода прошить вот так вот. Для чего это сделаем? Для того, чтобы сейчас наполнить наше туловище, потому что у нас здесь идут, как вы заметили, изгибы, то есть то вверх, то вниз, так сказать, скачет наше вязание. И мы постепенно его будем наполнять наполнителем, для того, чтобы потом вам по ходу вязания было удобно, так сказать. Потому что если мы сейчас свяжем пустую, так сказать, мешковинку, то вам ее будет потом тяжело протолкать, так сказать, наполнить будет тяжело. Поэтому сейчас вы, так сказать, завязали здесь вот. Можете ниточкой прошить, в общем, как вам удобно, для того, чтобы наполнить наше туловище. Вот я наполнила туловище, но, как вы видите, не слишком до конца, чтобы нам сейчас было удобно вязать и не, так сказать, не придерживать наполнитель. Если вы сильно наполнили, то немножечко вам придется здесь придерживать пальчиком его. А здесь, когда мы уже довяжем туловище до конца, мы снимем вот эту булавочку и, так сказать, уже с этой стороны донаполняем вот эту часть, где наша булавочка. То есть, а сейчас мы будем по ходу вязания немножечко наполнять, так сказать, туловище, чтобы нам было удобно. Потому что, еще раз повторюсь, если вы свяжете полностью туловище, будет потом как бы тяжеловато вам вот этот наполнитель туда просовывать, потому что у нас тело такое извилистое, с изгибами. В общем, я думаю, что так проще. И теперь снова подтягиваем нашу, так сказать, петелечку последнюю на крючок и провязываем так. Делаем сразу 3 прибавления. 1 столбик сюда же делаем, 2,
затем в следующую петелечку один столбик, затем сюда же провязываем второй, это второе прибавление, и третью петелечку делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петелечку. Теперь провяжем просто 3 столбика без накида, один столбик, в следующую петельку второй и в следующую третий. Затем делаем 6 убавлений подряд. То есть сначала 2 петелечки убавили, затем снова 2 петелечки убавили, это второе убавление. Затем снова 2, это третье убавление. Далее снова 2, это четвертое убавление. 2 еще раз, это пятое убавление. И последнее убавление, шестое у нас. Сделали 6 убавлений, сделали. Теперь провязываем снова 3 столбика без накида в каждую петелечку по столбику. Обращайте внимание, чтобы у вас ниточка не раздваивалась обязательно, чтобы не получился худой столбик. Итак, первый, второй и третий. Провязали 3 столбика. И делаем теперь с этой стороны 3 прибавления подряд. То есть первый столбик провязываем 2 столбика без накида. Во второй столбик 2 столбика без накида. И в третью петелечку 2 столбика без накида. Сделали прибавление, убавление. У нас, так сказать, получилась взаимозаменяемость, так сказать. 6 убавлений. 3 прибавления в начале и 3 прибавления в конце. То есть из-за этого у нас, так сказать, получилось одинаковое количество петелек. И теперь нам нужно 3 ряда провязать столбиками без накида. То есть 24 умножить на 3, это получается 96 петелек нам нужно провязать. 96 столбиков без накида нам нужно провязать. То есть первый столбик провязываем. Второй, то есть просто в каждую петелечку провязываем по столбику. Третий, четвертый, пятый, 95 и 96. Довязали 96 столбиков без накида. А теперь будем чередовать 2 столбика без накида и делать убавление. В конце этого ряда у нас будет 18 петелек. Итак, первый столбик, второй, затем делаем убавление, захватываем и 2 петелечки провязываем вместе. Снова один столбик, второй, убавление, 2 столбика провязываем столбиком без накида вместе. Снова один, второй столбик, делаем убавление и так провяжем. Убавление 6 раз до конца ряда. Один столбик, второй, убавление. Сделали последнее убавление. И теперь снова привытяните ниточку немножечко, петелечку. И наполним наш изгибик. Донаполняли, подтянули петелечку. И теперь у нас вот эти 18 столбиков нужно провязать 4 ряда. То есть 18 на 4. 72 столбика без накида. И начинаем. Придерживаете наполнитель пальчиком. И начинаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 71 и 72. Довязали 72 столбика, а теперь делаем столбик без накида, провязываем убавление, столбик без накида, убавление, то есть чередуем, столбик без накида провязали, теперь делаем убавление, как всегда делаем тайное, так сказать, убавление, столбик, убавление, столбик, убавление. И так нам нужно сделать 6 раз, столбик, убавление, это уже 3 раза. Затем столбик убавления 4 раза. Столбик убавления 5 раз.
столбик убавления шестой раз. Довязали до конца убавления, а теперь у вас осталось 12 петелек по кругу, то есть провязанных 12 столбиков вместе с убавлениями. Теперь нам нужно 7 рядочков провязать без изменения, то есть по 12 столбиков без накида в ряду. 7 умножить на 12 это 84 столбика без накида. И начинаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 83 и 84. Довязали, привытяньте петельку и снова наполняем. Наполняем так, чтобы у вас все как бы плавненько переходило. То есть, если у вас здесь, к примеру, вот наполнено, то продолжаете, как бы, чтобы у вас такие были, так сказать, плавные переходы. Даже очень, честно говоря, похоже на куриную ножку. Мы наполнили немного, не до конца края. По крайней мере, я наполнила так для того, чтобы мне было удобно вязать, чтобы не вылазил мой наполнитель. И теперь снова подтягиваем петельку крайнюю и провязываем так. Сейчас мы сделаем в начале убавку сразу же. Затем провязываем 8 столбиков без накида. Первый столбик, второй. Придерживаем наполнитель, чтобы он нам не мешал. Третий. Четвертый. Пятый, шестой, седьмой и восьмой. Провязали 8 столбиков и снова делаем убавление. Сделали убавление и теперь нам нужно провязать 2 ряда столбиками без накида. То есть у нас сейчас 10 петелек по кругу. И 2 ряда это 20 столбиков без накида. То есть провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19 и 20. Теперь мы вытягиваем снова ниточку немножечко. И я вам предлагаю донаполнять, то есть окончательно донаполнять вот этот, так сказать, наш плавно переходящий из туловища хвостик, наш, так сказать, окорочочек донаполняем сейчас, и у нас последний рядочек будет с убавлениями. Вот я донаполняла и снова подтянула петелечку на крючок. Теперь делаем 5 подряд убавлений, то есть таким образом мы наших 10 петелек закрываем. Сделаем 5 убавлений, 1, 2, 3, 4 и 5. А теперь сделаем соединительную такую петелечку и вытянем, так сказать, ниточку. Но обрезайте ее не слишком коротко, оставьте хотя бы 10 сантиметров для того, чтобы вдеть ниточку в иголочку и закончить, как мы заканчивали голову. То есть нам нужно вот эти оставшиеся буквально несколько петелек аккуратненько стянуть, то есть как бы закончить наш хвостик. И после этого вот так я вам предлагаю немножечко его помять и, как так сказать, немножечко вот его, вот эти переходы наши, они были не совсем плавные, так сказать, на уменьшение, поэтому при наполнении их возможно видно, то вы вот так вот немножечко придайте им форму. Вот. И после того, как вот здесь вот стянете, я вам предлагаю вот здесь вот от булавочки освободить начало, так сказать, с чего мы начинали, горлышко. И здесь вот это отверстие донаполнять. То есть так, как мы наполняли с задней части, так сказать, вот здесь вот, закрывали булавочкой, чтобы не выпал наполнитель, то теперь я вам предлагаю донаполнять вот это горлышко. Вот я закончила, так сказать, вот здесь вот хвостик. И
До набивала верхушку нашего туловища, шейку, вот он наш животик и хвостик. Получилась такая элегантная женская ножка, но мы потом ее превратим, так сказать, в туловище без зубика. И мы приступаем к вязанию крылышек. Крылышко наше состоит из трех треугольничков, которые мы будем вязать прямыми и обратными рядами. Мы для начала наберем цепочку из двух воздушных петелек. Один и второй. Теперь вяжем во вторую петлю от крючка столбик без накида. Один. Затем делаем воздушную петельку, разворачиваем и получается в петельку провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Теперь делаем воздушную петельку и разворачиваем. В каждую теперь из 3 петелек провязываем по столбику. 1 столбик, 2 и 3. Делаем воздушную петельку. И теперь провязываем, разворачиваем и провязываем так. Первую петельку делаем прибавку, то есть 2 столбика без накида. Во вторую петельку просто провязываем столбик без накида. И в третью петельку провязываем прибавку, то есть 2 столбика без накида. Делаем воздушную петельку и разворачиваем наше вязание. Теперь мы провяжем в каждую петельку по столбику. Их 5 петелек, поэтому провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Делаем воздушную петельку и разворачиваем. Теперь мы в первую петельку делаем прибавку. 1, сюда же 2. Провязываем 3 столбика без накида в каждую петельку по столбику, средние. И последнюю провязываем снова прибавку. Один столбик и сюда же второй. Делаем воздушную петельку и разворачиваем наше вязание. И теперь у нас получается 7 петелек. В каждую из петель мы провязываем по столбику. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Провязали каждую петельку по столбику, делаем воздушную петельку и поворачиваем. Теперь мы снова будем делать прибавление в крайние петельки. В первую делаем прибавку, раз и второй столбик сюда же. Провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И в последнюю делаем также прибавление. Первый столбик и сюда же второй. Делаем воздушную петельку и разворачиваем наше вязание. Теперь у нас уже получается 9 петелек с нашими прибавлениями. То мы сейчас в каждую из петелек провязываем столбик без накида. То есть 9 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Воздушную петельку делаем и разворачиваем. Сейчас вот в этом ряду мы провяжем снова 9 столбиков. То есть мы провяжем в каждую петельку по столбику, как и в предыдущий раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Воздушная петелька, разворачиваем наше вязание. Теперь мы снова сделаем прибавки по краям. Первую петельку провязываем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Средние 7 столбиков мы так и провязываем. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Последнюю также сделаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Воздушная петелька, разворачиваем. У нас уже получилось 11 столбиков. Мы так их и провяжем. 11 столбиков в каждую петельку по столбику без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 и 11. Делаем воздушную петельку, разворачиваем. Снова провяжем в каждую петельку по столбику, то есть 11 столбиков, как и в предыдущем ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Делаем воздушную петельку, разворачиваем вязание. Сейчас мы снова сделаем прибавление по краям. Делаем первый столбик, провязываем 2 столбика без накида. Средние 9 провязываем по столбику. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И снова сделаем последнюю прибавление. 1 и сюда же второй столбик. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Сейчас у нас получилось 13 петелек, поэтому мы провяжем 13 столбиков без накида. 1, 2, 3, в каждую петельку по столбику. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и последняя петелька. 13. Теперь делаем 2 воздушные петельки, 1, 2, и разворачиваем наше вязание. Последний ряд мы закончим таким образом. Делаем накид, и в эту же петелечку, откуда у нас воздушные петли, первую, то есть петелечку, мы делаем столбик с одним накидом. Захватываем петельку на крючке 3 петельки. Сначала захватываем ниточку, через 2 пропускаем. На крючке 2 петельки и снова через 2 пропускаем ниточку. Снова делаем накид, в следующую петельку делаем столбик с накидом, захватываем ниточку. Затем продеваем ниточку через 2 петли, у вас на крючке 2 петли, и через 2 петли снова. Итак, третий раз. Захватываем ниточку после накида, пропускаем через 2 петельки и снова через 2. Так мы провязали 3 столбика с одним накидом. Теперь сделаем полустолбик с накидом. Делаем накид. В следующую петельку вводим крючок, захватываем ниточку. У нас на крючке 3 петельки. И эту же последнюю петельку, захваченную ниточку, мы пропускаем через 2. Таким образом мы сделали полустолбик с накидом. И теперь нам осталось провязать столбик с одним накидом. Снова делаем накид. В следующую петельку вводим крючок. У нас на крючке 3 уже петельки. Сначала пропускаем через 2 и снова через 2. А теперь сделаем 3 подряд соединительных столбика. Вводим крючок, просто на крючке 1 петля, вводим крючок, захватываем ниточку и эту ниточку пропускаем через петлю. Снова в следующую петлю вводим крючок, захватываем ниточку и пропускаем через петлю. Это 2 соединительных столбика. И третий делаем. Снова вводим крючок и эту же ниточку проводим через петелечку. Сделали 3 соединительных столбика. Делаем накид. И в следующую петельку вяжем 1 столбик с одним накидом. Захватили ниточку. У нас 3 петелечки. Сначала через 2 пропускаем. И сейчас через 2. Снова накид. И делаем 1 полустолбик. Вводим крючок. Захватываем ниточку. На крючке 3 петельки. И эту последнюю ниточку захваченную мы пропускаем через 2 петельки. Попытайтесь, это не так просто, если ниточка делится, но делайте накид, вводите крючок и пропускаете через эти 2 петелечки, так сказать, которые у вас на крючке, третью, которую набрали. Сделали полустолбик и заканчиваем 3 столбиками с одним накидом. Через 2, 2, теперь снова накид, через 2, через 2. Накид, вводим, через 2, через 2. В общем, для кого непонятно, я думаю, посмотрите, если что, видеоурок, как сделать столбики с одним накидом или как сделать полустолбик. Теперь делайте 2 воздушные петельки. Немножечко так ниточку привытяните. Обрезаете вот так вот ниточку. А эти 2 петельки крайние, которые мы набрали, просто затягиваете хорошо вот так вот
так сказать, ноготками. И вот таким образом мы закончили вязать треугольничек. Из таких трех треугольничков состоит одно крылышко, поэтому вам таких треугольничков нужно провязать 6 штучек. Когда провяжете 6 треугольничков, мы с вами продолжим в третьей части.